Владимир, добрый вечер. Добрый. Расскажите, где наловили столько форельки? Вот. Форель клюет. Ловили где? На спортзоне, да? На спортзоне. На резину белую, в основном белая резина работала. Скажите, спиннинг, поплавочек, на что ловили? Стоячка. На стоячку тоже самое. На стоячку, белая резина, да, спиннинг не работал. Понятно. Ну сколько здесь будет? Штучек, наверное, 15 наловили, да? Все мои. Все мои, понятно. Все, с утра стало клевать или как? В течение дня потихоньку? С 9, наверное. Утра, да? Утра, с 9 утра. Понятненько. Ну и клев прекратился во сколько? Ну, где-то, наверное, около часа. Около часа, все остальное время. Понятно, все, спасибо большое, приезжайте еще.